Остановись, мгновенье. Каждый год в преддверии Дня независимости по доброй традиции проводится смотр-конкурс среди творческих людей «Энг Улух, Энг Азиз». В Ташкентском доме фотографии открылась выставка среди мастеров изобразительного искусства, дизайнеров и фотохудожников под девизом «Ты источник силы, место счастья, мой родной Узбекистан». Творческие работы были посвящены различным сферам в нашей жизни. В частности, преобразованиям, достигнутым за последние годы в социально-экономическом, культурном направлениях. И как эти положительные изменения отражаются в жизни наших соотечественников.